Волейболистов из Архангайского Аймака возглавляет Батаржав. Капитан с гордостью рассказывает о составе своей команды. Несмотря на ограниченные физические возможности, его спортсмены уверенно идут к победе. Готовясь к соревнованиям в столице, ребята проявили такое упорство в тренировках, что и матчное управление физкультуры и спорта специально выделило им зал. Параспортсмены и легкоатлеты являются двукратными чемпионами мира. Мы уже во второй раз участвуем в волейбольных турнирах. Наши волейболисты являются ведущей командой на улан-баторских турнирах. Глядя на них, я и сам второй год играю в волейбол. Сегодня в Монголии проживает почти 90 тысяч человек с ограниченными возможностями. Для них самый оптимальный способ досуга – занятие спортом. Чтобы в полной мере поддержать спортсменов, людей с ограниченными возможностями, при Министерстве развития населения и социальной защиты создан специальный отдел. Нашей главной задачей является решение на национальном уровне проблем людей с ограниченными возможностями. Для того, чтобы повысить жизненный уровень не только за счет социальной защиты, но и оказания поддержки их развитию, как сейчас стало модно говорить. Мы направляем нашу деятельность на то, чтобы предоставить им возможность работать и иметь стабильный доход. В Паралимпийских играх по многим видам успешно участвуют наши спортсмены. Такой турнир с переходящим кубком мы проводим впервые. Выбрали массовый вид спорта. Так мы поддерживаем и подкрепляем олимпизм и желаем, чтобы еще больше таких состязаний организовывалось. Проявление такого приза будет способствовать укреплению спортсменов-инвалидов чувства солидарности. Новинка турнира не только переходящий кубок, но и одно из состязаний – соревнование по мячу с колокольчиком. В нем принимает участие 5 спортсменов. Обязательное условие – завязанные глаза. Особенность этой игры заключается в том, что у 3 основных игроков на глазах повязки, и они играют на слух. Всего более 100 спортсменов борются друг с другом по 2 категориям. Турнир продлится 2 дня. Победитель получит кубок и денежный приз. Долгорсурен Энгбилек, АИСТ, Монголия.